مغلوب دیه یازلده من تقدر مکتوبه ده خیانت که ینگلده به وفایر قوله ده او سینده نازگه سیو یورگم مزه سیو سن کار شلنج ده یشیده لیکن اونو دلده سیو یا سیفگه گیشان چم یخ 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 خالمده قوان چم یخ 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 Неужели бабушка действительно хотела сватать Сарвиноса? Хорошо, но Сарвинос отказывает. Я должен во что бы то ни стало уговорить Сарвинос, чтобы она согласилась. Шахзод, можно? Да, заходи. Уже время. Ты знаешь, я ждал этого дня всю жизнь. Ничего не говори. Шахзод? Иначе я не смогу объяснить себе все, что происходит в моем сердце. Говорят, в этом мире каждый создан со своей парой. Я долгое время живу один. Вторую половину жизни я хочу наполнить твоей любовью. Потому что я люблю тебя больше жизни. Ты выйдешь за меня замуж? Как ты думаешь, если я скажу именно так, Сарвинос, она согласится выйти за меня замуж? Лобар, как ты думаешь, могу я так сказать, Сарвинос? Да, да. Да, скажи ей, обязательно скажи, она согласится. Что с тобой? Я пошла. Лобар! Лобар! Мы на все махнем рукой. Мы с Сарвинос станем такими счастливыми, что все скажут, что мы поступили правильно. Все, довольно. Теперь назад хода нет. Иногда надо бороться за счастье. Мы будем бороться. Сарвинос, мы еще будем счастливы. Почему ваша жизнь не клеится, а? Когда только все начинает вставать на свои места, обязательно что-то начинает мешать. Не знаю. Я чувствую, я все чувствую. И отношение Умида к вам ухудшилось. Он не перестает говорить о Сарвинос, только о Сарвинос. А? Слушайте. Случайно, это ваша сестра, Сарвинос. Не приворожила к себе Умиджана, а? Случайно. Мамочка. Моя сестра так не поступит. Умитакия... Просто... Что просто? Говорите, что просто? Мой сын раньше не был таким. Он прислушивался к нашим словам. Делал все так, как мы скажем, а сейчас ему плевать на мои слова, даже не обращает внимания. Дочка, ваша сестра точно, точно приворожила моего сына к себе. Поэтому вы вдвоем никак не можете стать счастливыми. Мамочка, моя сестра не будет заниматься такими вещами. Откуда вам знать? В этой жизни все можно ожидать. Вы сейчас же поднимитесь и пойдите в свою комнату. Если увидите хоть маленькую, незнакомую вам вещь, мы все это вычистим. Ищите. Идите. Мамочка, что вы говорите? Может быть, не надо?
Я вас поняла. Вы с этим не справитесь. Ну-ка, идемте со мной. Вместе посмотрим. Я чувствую, доченька, до каких пор, а до каких? А почему вы такая доверчивая? Почему? Вставайте. Маликахон. Не надо. Вставайте. Вставайте, доченька. Пойдемте посмотрим. Ну-ка, давайте. Идемте. Давайте. Лабар? Лабар, что случилось, дочка? Что с тобой? Почему ты плачешь? А? Ничего, мама, просто так. Человек никогда не плачет просто так, без причины. Что случилось? Говори. Говори. Мама, не переживайте. Все в порядке. Я просто захотела остаться одна. Кажется, меня переполнило. Дочка, почему ты меня пугаешь? Мама, оставьте меня. Я хочу остаться одна. Приду в себя. Я и сама не понимаю, что происходит. Ладно, дочка. Оставайся одна, если хочешь. Но если что-нибудь случится, скажи мне, не скрывай. Хорошо. Тебе мой совет. Сходи подальше от Шахзода. Пока сейчас тебе незаметно, но дальше тебе будет тяжелее. Я говорю все это, думая о тебе. Шахзод никогда не увидит любви в твоих глазах. Все его внимание обращено к Саравинос. Я не хочу, чтобы ты сгорела от горя. Принеси кофе в мою комнату. Все, Лобар, все. Это все равно невозможно. Ты просто дочка простой служанки, и все. Мне надо было еще тогда уйти из дома. Мамочка, что вы ищете? Я, что ли? Я ищу то, что наворожили. Что я еще могу искать, дочка? Может быть, это какой-нибудь амулет или какой-нибудь узелок? Все это мне незнакомо. Надо внимательно посмотреть везде. Здесь посмотрела. Здесь ничего нет. Если, знаете, дочка, вы найдете в комнате узелок, иголку или амулет, сразу же мне скажите. Обязательно скажите мне. Хорошо? Это и есть то, что наворожили. Хорошо. Сейчас. Мамочка. Моя сестра не способна на такое. Этого вы не можете знать. В этой жизни может все случиться. Особенно от вашей сестры можно всего ожидать. Все, не стойте, дочка. Ищите, ищите. Ищите, дочка. Это ведь лежит прямо перед нашими глазами, но мы не можем это увидеть.
потому что мы не обращаем внимания. Ну-ка, отойдите. Это прячут вот мамочка, такие места. Наверное, мы все равно ничего не найдем. Если будете смотреть повнимательнее, найдете, дочка, найдете. Что здесь есть, а? Вот. А это что? Откуда это? Я раньше этого не видела. Ой. Ой. Что это? Вторая половина у меня. Пожалуйста, ты только не теряй его. Хорошо. Ну-ка. Пойдемте, а то нас неправильно поймут. Эй, Малика. Что? Кажется, я сделал что-то такое, что понравилось. Почему Аллах. Вы так говорите? Потому что он дал мне тебя. Дурачок. Мамочка, это мое. Мне его подарили во время учебы. Это для меня очень дорого. А если это дорого для вас, не надо его оставлять у прохода. Положите его туда, в надежное место. Хорошо? Дочка, будьте немного повнимательнее, а? Не надо так расслабляться. Хорошо, мамочка. Если что-нибудь случится, скажите мне. Посмотрите еще. Вы тоже смотрите. Будьте внимательны, хорошо. Я буду внизу, дочка. Алло, слушаю. Алло, Сальвинос, как ты? Да, хорошо. Как самочувствие? Я куплю 2 билета на конец недели. Почему вы так торопитесь, Умитакя? Сальвинос. К тому же, я не могу жертвовать судьбой Малики. Ведь мы с тобой договорились. Не будем ни о ком думать, кроме нас двоих. Уедем за границу. Я не могу поступить так по отношению к Малике. Сальвинос, эти твои слова лишние. Сначала я должна поговорить с Комляке о Тимуре с Маликой. Если ты успокоишься этим, ладно, поговори. Но знай, теперь я ни на кого не буду смотреть. Мы уедем с тобой отсюда. Хорошо, я поговорю с Комляке. Потом сообщу вам. Хорошо. Пока. Перестань, Мурод. Ты знаешь, я могу все рассказать твоей дочери. Да, я все знаю. Поэтому быстрее все реши. Закончи все. Чтобы закончить все это, я должен быстрее найти виновного. Я не могу ждать. Могу все рассказать. Я тебе сказал, перестань. Ты действуешь мне на нервы. Ладно, как знаешь. Я сам приду к тебе, как только будет возможность. Буду ждать тебя. А, Шахзод, что ты здесь делаешь? Вышел на свежий воздух. Ты не должен много двигаться. Тебя же недавно прооперировали. За меня не беспокойтесь. А сами вы что здесь делаете? Я тоже вышел на свежий воздух. Ладно, я зайду в дом. У меня есть дела.
Ладно, делайте свои дела. Здравствуйте. В прошлый раз мы не смогли поговорить с вами. Я думал, что нам надо поговорить. Честно говоря, я хочу познакомиться с вами поближе. Вы не дурак, случайно? Я не разговариваю с такими парнями, как вы. Уйдите с дороги, а? Эй, девушка, слушай меня. Кажется, ты не знаешь, с кем ты разговариваешь. Девушки лучше тебя выстроились в очередь, чтобы Отпусти. Выйти за меня замуж. Чем ты себя возомнил? Больше не появляйся на моем пути. Дурак. Счастливого пути. Как вы, Диора? Ассалам алейкум. Сидите, сидите. Что-то не видно Тимуреки в его комнате. Или вы пошли погулять? Его состояние ухудшилось. Я повесил на стену фотографии Малики. Его это очень тронуло. Это ведь очень хорошо. Что хорошего? Его спасли от смерти. Я хочу сказать, что после таких случаев больные меняются в лучшую сторону. Дай бог. И врачи так сказали. Тимур уснул. Пожалуйста, давайте лекарство. Угу, хорошо. Бабушка, вы в курсе, что происходит? Что ты имеешь в виду? Вы ведь ищете человека, который ранил меня ножом. Кто такой Мурат? Откуда ты об этом узнал? Когда я вышел во двор, там Шерали разговаривал с каким-то Муратом. Мне показалось, что он что-то скрывает от меня. И в голосе его был страх. Шерали? Нет. Он надежный человек. Может быть. Мне так показалось. И что, бабушка? Вы думаете, что это Мурат ранил меня? Пока ничего не ясно. Мы пока допрашиваем его. Бабушка, только прошу вас. Ничего не делайте против закона. Ассалам алейкум, мама. Валейкум ассалам. Ты пришла, дочка? Да, пришла. Дочка, что случилось? Почему ты без настроения? Что вы, мама? Я спрашиваю, почему у тебя нет настроения? Да, у меня нет настроения, мама. Мама, этот ваш жених? Что случилось? Этот парень ждал моего возвращения с учебы. Ну и что из этого? Ты думаешь, что он бездельник? Он бросил все свои дела и пришел к тебе. Ладно, тогда выдайте меня за него замуж завтра. Я тебе серьезно говорю. Мама, этот парень мне совсем не понравился. Не знаю, сколько бы он ни старался, бесполезно. Почему это бесполезно? Дочка, знай одно. Любовь девушки ничего не значит. Главное, чтобы парень любил девушку. Если мужчина любит свою жену, семья будет крепкой. Прямо как Умитакя любит Малику. Замолчи. Я тебе говорю одно, а ты мне говоришь другое. Приди в себя. Иди в свою комнату, дочка. Не заставляй меня нервничать. Не буду говорить. И никак не пойму, Малика ваша дочь или я? Прекрати, а? Умная какая! Папа? Сиди спокойно. Дочка, у меня дела со своим другом Сабиром. Ему нужна моя помощь. Я поняла, папа. Вы можете идти. Мне намного лучше. Все равно ты должна беречь себя, хорошо? Хорошо, папа.
Кстати, твоя мама еще спит? Да, кажется, спит. Она не спала в больнице, смотря за мной. Ну ладно. Ладно, пусть хорошенько выспится. Ладно, ладно. Тогда я пошел. Береги себя. Если что-нибудь понадобится, позвонишь. Хорошо. Счастливого пути. Счастливо оставаться. Я должна поговорить с Комлике. Чем раньше, тем лучше. Ты пришел, сынок? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Где ты шастался, сынок? Я не шастался. Были дела. Ты сейчас займись делами этой семьи. Сначала вы займитесь мной, своей женой, нашей семьей, только потом занимайтесь своими другими делами. Мама, ни один день не проходит, чтобы мы не спорили. Вы все время нервничаете. Что? Ты думаешь, мне так хочется спорить? Это вы заставляете меня нервничать. Каждый день какое-то представление. Твой папа упустил компанию. Ладно. Ты каждый день думаешь об этой сорвинос. Хорошо. А здесь вдобавок твоя сестренка не может поладить с твоей женой. Кто должен нервничать, если не я? Кто? А? Все. Все, мама, все. Что бы там ни было... Вы думаете о своем здоровье. Эти проблемы не решатся, даже если вы будете нервничать. Сынок, пожалуйста, не начинай. После того, как в нашу жизнь вошли бабушка Офат и Шахзод, у нас начали появляться разные проблемы. Компания тоже почти ушла из рук. А тут еще и наши довольно, семейные сынок, проблемы. Хватит. Недостаточно только говорить, что стало так, стало этак. Надо действовать, следуя обстоятельствам. Не так ли, сынок? Ведь вы с папой мужчины в этом доме. Довольно уже. Вы правы. Вы правы, мама. Мы должны принять нужное решение. Мамочка, теперь будет так, как вы сказали. Потихоньку все встанет на свои места. Пусть так и будет, дай бог. Я буду у себя в комнате. Иди. Дочка? Что ты здесь делаешь, дочка? Мамочка, простите меня. За что, дочка? Чей ребенок в твоих руках? Это мой ребенок. Мамочка, ребенок родился инвалидом. Что мне теперь делать? Не пугай меня, дочка. Как это твой ребенок может быть? Я тогда ошиблась, не послушав вас. Простите меня, мама. Малика, дочка, как это? Как? Как, дочка? Мама. Мама, мой ребенок умирает. Мамочка, мой ребенок умирает. Помогите, пожалуйста, мамочка. Мой ребенок умирает. Прошу вас, умоляю, помогите. Мамочка. Я измучилась. Мой ребенок умирает, мамочка. Умирает, мамочка. Пожалуйста, помогите, мамочка. Помогите, пожалуйста, мама. Слава Богу, это был сон. Что это за сон? Почему мне в последнее время снятся такие сны? Сорвинос, дочка! Я уснула здесь.
Она, наверное, отдыхает в другой комнате. Вот вода, выпейте. Дёрахон? Да? Ему лучше? Да, намного лучше. Вы смотрите за Тимуром, я открою. Хорошо. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Кумалеке, как вы? Я пришла поговорить с вами. Поговорить? Заходите, прошу. Пожалуйста. Матушка, вы вызывали? Как идут дела по поиску человека, который ранил Шахзода? Пока что нет новостей. И милиция не нашла ничего. Здесь что-то есть. Кто-то среди нас может помочь человеку, который совершил покушение. Матушка. Может и быть. Ты не забывай об этом, Шарали. Я найду этого человека, чего бы мне это ни стоило. Да, матушка, обязательно найдем. Найдем. Всегда помни об этом. Для меня очень важна преданность. Я тебе доверяю. Оставайся всегда таким. Да, матушка. Как Тимур? Сейчас намного лучше. Сарвинос. Зачем ты пришла сюда? Кумалеке, я пришла поговорить насчет Малики с Тимуром. Ну? Малика все еще любит Тимура. Не понял. Что это значит? Но есть причины, которые вынуждают ее быть несчастной в другой семье. Что за причины? Сейчас Малика не в себе. Я пришла к вам поговорить об этом. Если со временем, когда Тимур выздоровеет, Малика вернется к Тимуру, вы не будете препятствовать их счастью? Не понял. О чем ты говоришь? Я знаю, Малика замужняя девушка, но поверьте мне, Умитаке ее даже пальцем не тронул. Между ними ничего не было. Если Тимур этого захочет, я не буду против. Тогда хорошо. Но Малика все еще жена Умида. Что скажет на это Умид? Об этом не беспокойтесь. Мы оба обо всем договорились. Кумалеке, можно я увижу Тимура? Прошу вас. Конечно. Идем со мной. Вот папа, мама. Вот моя сестренка. Я знаю, они все думают о моем счастье. Но счастье, о котором мечтаю я, для них кажется катастрофой. Чтобы изменить их мнение, я должен доказать им и показать, что я прав. Больше нет ни шанса, ни выхода. Вы очень расстроитесь за то, что я сделаю, но я верю, что придет день, и вы простите меня. Мне жаль только Малику. Ей придется потерпеть. Ходи.
Тимур, как ты? Я пришла поговорить с тобой о Малике. Малика до сих пор любит тебя. Она не забывала тебя ни на минуту. Я уверена в этом. Но судьба вас разлучила. Жаль, вы сейчас не вместе. Но все равно еще не поздно. Вы еще можете быть вместе, держаться за руки. Только для этого ты должен быстрее встать на ноги. Ты должен быть сильным. Ты должен стараться еще больше. Все в твоих руках. Выздоравливай быстрее. Ты должен сделать Малику счастливой. Ни в коем случае не забывай об этом. Малика любит тебя, только тебя. На словах она может отрицать свою любовь, но в глазах ее видна любовь. Ты сделаешь ее счастливой. Ты обязан. Спасибо тебе. Выздоравливай быстрее. Я желаю вам только счастья. Ну а сейчас прощаюсь. До свидания. Еще увидимся. Алло? Алло? Ассалам алейкум, мамочка. Ва алейкум ассалам, дочка. Я побеспокоила тебя, извини, дочка. Нет, можете говорить. Как там домашние? Свекровь, свекор, умиджон? У всех все хорошо? Да, хорошо, спасибо. Хорошо. Как твои дела? Кое-что произошло. Об этом даже не стоит говорить. Это не проблема. Что значит кое-что, дочка? Брат Тимура Камляке приходил к нам. Тимур Акиа попал в больницу в тяжелом состоянии. Он захотел, чтобы я пошла в больницу и поддержала Тимура. Ты в своем уме? Надеюсь, ты не пошла с ним? Пошла. Правильнее сказать, я вынуждена была пойти. Почему была вынуждена, дочка? И без этого все так запутано. У тебя бесконечные семейные проблемы. Зачем ты туда ходила? Дочка! Мама, я же говорю, я была вынуждена пойти с ним. Позже об этом расскажу вам подробнее. Сейчас не время. Ладно, сейчас все нормально. Нормально. Не переживайте, мама. Никто не говорит тебе ничего лишнего? Нет. А Умиджон? Как он к тебе относится? Не знаю, мама. Просто он ходит с холоднокровием. Спокойно. Наверное, он обижен на меня. Умиджон сейчас дома? Да, дома. Он не выходил на улицу в последние 2 часа? Нет. Он сидит у себя в комнате. Что случилось? Почему вы спрашиваете? Да нет, просто так, дочка, не уставай. Что бы ни случилось, будь вежливой. Никому не груби. Хорошо, доченька? Хорошо, мамочка. Ты моя умница. Как там сестра? Я даже не смогла навестить ее после больницы. Это не обязательно. Ты живи спокойно в своей семье. Мамочка, меня зовут, ладно? Пока. Да, мамочка? Слава Аллаху. Сорви нос, не с Умидом. Тогда куда она пошла? Алло. Почему ты не поднимаешь телефон? Где ты ходишь, дочка? Ты слышишь? Мама, я слушаю. Где ты, дочка? Я всюду тебя искала. Ты хочешь свести меня с ума? Не переживайте, мама, я всего лишь
прогулялась по городу. Что за прогулка по городу? Тебе же нельзя ходить! Когда ты поумнеешь, дочка? Не переживайте, мама. Со мной все хорошо. Все нормально. Я уже возвращаюсь домой. Ты, девчонка, в конец добьешь меня. Разве можно так делать? Если ты хотела прогуляться по городу, могла бы меня предупредить. Я бы пошла вместе с тобой. Простите, мама. Вы спали, я не захотела вас беспокоить. О, боже. Ты возвращаешься? Да, я возвращаюсь. Через сколько ты придешь? Я сейчас приду. Хорошо. Будь осторожней. Ладно. Я буду ждать тебя у ворот. Чтобы больше такого не повторялось, не заставляй свою мать так переживать. Хорошо, мама, хорошо. Мамочка. Попейте чай. Спасибо, дочка, спасибо. Что-нибудь еще, мамочка? Ничего не надо. Делайте свои дела. Хорошо. Спасибо, дочка. Ассалам алейкум. Дорогой, как вы? Что-то вы выглядите плохо. Что-то случилось? Не пугайте меня. Плохо, плохо. Все очень плохо. Как мне все надоело. Нам отказали в апелляции в компании. Отказали, отказали. Мы проиграли, мать. Теперь мы действительно потеряли компанию. Дорогой, это действительно плохо, но как так получилось? Откуда я знаю, а? Откуда? У меня и так голова раскалывается. Раскалывается! Ой, дорогой, не нервничайте, не нервничайте. Сейчас вам станет плохо. Все, хватит. Все станет на свои места. Все, все. Зайдите в комнату, переоденьтесь. Сейчас выпейте свои лекарства. Ты никогда меня не понимала. Что? Не понимала! Я сейчас принесу ваше лекарство. Слушаю. Алло, Умитакия? Да, Саринас. Говори, я слушаю. Я только что поговорила с Комляке. И что? Что он сказал? Он тоже не против, чтобы Малика была с Тимуром. По его словам, Малика дает Тимуру надежду на жизнь. Кажется, он немного изменился. Если так, то очень хорошо. Теперь мы можем не беспокоиться за судьбу Малики. Сарвинос, меня беспокоило именно это. Да, я тоже немного успокоилась. И Тимура увидела. Поговорила с ним о Малике. На его подействовали мои слова. Он пошевелил головой, открыл глаза. Я верю в то, что Тимур окончательно выздоровеет. Сначала я немного сомневалась. Конечно. Он в жизни борец. Тимур вскоре встанет на ноги. Чем быстрее это произойдет, тем лучше. Кстати, сегодня к нам приходили сваты. Что? Сваты, говоришь? Что за сваты? Кто это? Бабушка Офат пришла к нам свататься. Она просит мои руки для Шахзода. Почему вы молчите? Как такое может быть? Это совсем не укладывается в моей голове. Что ей ответил твой отец, а? А мать? Конечно, отец был против. Он думает, что бабушка Офат начала новую игру. Это не игра. Сватовство — это совсем другое. Сарвинос,
Давай уедем отсюда как можно быстрее. Ладно. Я поговорила с Комулеке и немного успокоилась. Теперь можем уехать. Слушай, Сорвинос, нам надо быстрее уехать отсюда, во что бы то ни стало. Почему-то у меня неспокойно на сердце. Ладно, я доехала до дома. Хорошо. Мама? Сорвинос, почему ты заставляешь меня переживать? Разве можно так молча уходить из дома? Простите, мама. Мне стало немного душно в комнате и захотелось погулять. Скажи правду, откуда идешь? Просто прогулялась по городу. Ты сказала Умиду, что пришли сваты от Шахзода? Только говори честно. Мама, не напоминайте мне об этом. Я вышла на улицу, чтобы забыть об этом. Я не успела вернуться, вы опять говорите об этом. Зачем мне вообще говорить об этом Умиду? Прости, доченька. Что только я не передумала, пока ты не вернулась. Что-то мы долго стоим. Пойдем в дом. Я знал, что намерения Шахзода серьезны. Но бабушка Офаат, как это? Как она пришла сватать в дом своего врага? Сорвинос на это не согласится, это точно. Но почему мне становится так страшно?